Доброе утро. Сейчас у нас понедельник. Это новая неделя влогов, и мы начинаем. Посмотрите, какая у меня красота сегодня на завтрак. Это дынька. Кто уже в этом году ел дыньку, пишите в комментариях. Или арбузик. Ребята, сейчас я уже собираюсь в одно место. Мне мама еще должна дать денежку, и я уже опаздываю, потому что мама к часу уже уйдет. А я тут снимаю для вас видео, да. В этом вся я. Посмотрите, какой у меня сегодня лук. Это вот такие вот тоже чистенькие кроссовочки, которые я вчера помыла, постирала. Штаны, это... забыла, как называется, короче, и футболка. Все, я бегу, потому что я опаздываю. Так как на улице безумно холодно, я даже не знала, что там настолько холодно, мне пришлось вернуться домой и переодеться. Я делала, короче, вот такую вот, такой вот худи, ну или толстовку, не знаю, называйте как хотите, жилетка, штаны, и все, да, переоделась полностью, полностью. Вот так вот. Ребята, вот я купила уже наполнитель и полную сумку кошачьего корма. Ну, в пакетиках, конечно. Поэтому сейчас иду домой. Совсем забыла вам показать, что я обедаю. Это картошечка с морковкой. Это острая аджика, которую мы вчера делали с мамой. Это салат с помидорок с зеленым луком. И там еще разные специи. Я вам объясню, почему я ее так сделала вилкой. Это потому что, когда я ее клала, она как бы была холодной, и нужно было ее размять, чтобы она, ну, не кусками лежала. Так ведь намного аккуратнее смотрится. Всем приятного аппетита. Ребята, сейчас у нас по времени 4 часа, и я решила позаниматься. Почему бы и нет? 16:00, я решила позаниматься. Ну, в этом нет ничего плохого. Сейчас сижу в опять-таки этом вам привычном сайте. Школьный ассистент или школьный помощник. Называйте как хотите. Я начинаю. Thank you.
что я пришла из магазина канцелярии и не только. Одна покупочка здесь из продуктового, который вот здесь вот. И сейчас я вам покажу, что же я купила. И да, сразу говорю, подробный обзор на школьные принадлежности будет в отдельном видео. Сейчас я вам просто покажу, что я купила. Это моя любовь. Это моя самая огромная любовь, да. Так, что тут еще? Красочки. Карандаши, пластилин. Это все для школы. Да, моя воля. Я купила вот такие вот карандаши, ручки, транспортир, что там что-то еще купила. Вот такой вот замечательный дневничок, который я себе подбирала под цвет своего ежедневника. Боже мой, посмотрите, какая красота! Как такое можно было не взять? И да, я выбирала именно ежедневничек. И далее это просто рай для любителей мрамора. Именно для меня. Посмотрите просто. Просто как такое можно не любить? Я просто не знаю. И здесь я купила не только мрамор, но еще вот такую вот купила. Очень красивая тетрадочка. Ну все, ребяточки, подробный обзор на мою канцелярию будет в отдельном видео. А пока что я открываю свои чипсики и наслаждаюсь просмотром какого-нибудь сериальчика любимого. Я сейчас села немножко читаю сейчас. По-моему, я вам уже показывала. Ну, это точно. Сейчас. Читаю. Вот. И я сама забыла, если честно, на какой странице. Потом я сейчас буду, скорее всего, искать, на какой я странице осталась. Поэтому да. И через полчаса я пойду на свежий воздух.